Вася. Вася. Соник. Покажу вам, как у меня цветочки распускаются новые. Смотрите. Какой у меня цветочек есть. Распустился. Ух ты, как пахнет. Так, пахнет хорошо. Ничего себе. Вот еще есть один бутончик тут. А тут Вася съел, все объел. Жалко так. Здравствуйте, у нас сегодня четверг. Мы собираемся, да, собираемся в Маримурту, в Хардин. Парк. Да, парк. Смотрите, какую красоту сделала Алия. Марафет навела. Сейчас еще принаряжусь. Да, сейчас платьишки одень. И хочу сказать, что Леша у нас ездил, у него была экскурсия в Ниццу 2 дня. И посмотрите, какой он мне привез из Ниццы подарок. Парфюм. Я еще его не открыла. Вот. Такой парфюм. Так красиво упакован. Не знаю, при Леше мы дождать, что Лешу открывать при Леше. Но ну, он спит у нас. Пока так стоит. Потом вечером. Потом откроем. И вот такое мыльце. Оно так лимончиком пахнет. А он красиво. Просто спать. Ты еще ну, да. Он 4 утра, наверное, вернулся. Mm-hmm. Так что он мне на компьютер поставил пакетик. Этот. Uh-huh. Вот мне Леша все время что-нибудь привозит с экскурсии. Такой у меня хороший. Как можно про Лешу всякие гадости писать? Я вообще не понимаю. Такой человек безобидный. Ладно. Такой красивый пакетик. И вообще, по-моему, самое мерзкое, когда людей оценивают по внешности, да, эти люди. Mm-hmm. Потому что внешность, она дается от природы, и человек ее не может поменять. Вот так. Мы собираемся все. Следующий репортаж у нас будет из Маримурты. Какие мы с Алией сегодня гуапы. Дорогие. Гуапы. Так. Любимое мое зеркало. Оцените наш загар. Мы уже повзагорели вон. Да. Видно уже. Не зря на пляж ходили. Сейчас покажем, что нам на двери написали Алева парк. Раньше такого не было у нас. Красота такая. Чтобы не забудить. Да, чтобы все знали, что это Алева парк. Вот тут вида Алева парк. И вот смотри, сама тоже ты не закрыла дверь. Пардон. Пардон. Вот. Ну все, мы пошли. Удачи нам. Тепло сегодня. Солнышко. Сейчас себя покажу. Привет, Ютуб. Как говорит Марина. Привет из солнечной Испании. Она говорит привет из солнечной Италии. Привет, Алия. Привет из солнечной Испании. Солнечной Испании. Привет из вечного лета. Ой, да.